Я стояла возле мойки, видела, как проезжала вот эта машина. Первое колесо проехало, под второе колесо попал ребенок. Причем это было так неожиданно. Мы все выскочили, водитель сразу остановился. Мы все выскочили, начали ребенка вытаскивать оттуда. У него была повреждена нога, внутренняя сторона. И начали ему оказывать себе первую помощь. У водителя была возможность реагировать? Нет, нет. Не была вообще абсолютно, потому что, во-первых, он выскочил вот прям под машину. 37-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter при выезде с прилегающей территории, двигаясь в направлении улицы Октябрьская, допустил наезд на 2-летнего пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил ранение. Экипажем скорой медицинской помощи доставлен в детскую областную больницу.